Друзья, смотрите, что произошло. Вот эта птица была у нас во дворе, сидела во дворе на бетоне. И в нее была вот эта вот вата или марля, я не знаю, что это такое. Вот тут в клюве, но немножко осталось. Она не могла избавиться от нее. Я как мог обрезал, а оказывается у нее в клюве. Вот тут маленькие-маленькие эти, как зубья что ли, шероховатость. И вот эта штука, она или к нам специально прилетела, чтобы ее освободить. Ну, сейчас я не знаю, сколько, как долго, как она, насколько она голодная, пить хочет. Ну, сейчас будем пробовать отпускать ее, друзья. Поставь. Не знаю, полетит или нет, но смотрите. А ну. Да. Все отлично улетело, друзья. Друзья, ну тут контент просится сам... сам для себя. Смотрите, сколько здесь рыбы. Маленькая-маленькая. И вот наши друзья пернатые, беленькие, все на месте, не переживайте. Все птенцы, папа, мама, все в сборе, все здесь. Вот так вот день у нас как бы проходит спасением утки, какой-то цапли, я не знаю, что это за птичка такая. Ну, правда, жалко было. Ей была бы хана. Она, ну, погибла бы. Она не могла избавиться, а, естественно, она не может не есть ничего. Вот, аквариум у нас. Смотрите, вон рыбы плавают. Обалдеть. Сейчас покажу, люди спрашивали за гнездо. Сейчас пойду покажу гнездо. Друзья, только выключил камеру. Плыла крыса. И лебедь напал на крысу. Прям в воде. Представляете? Ужас. Я сам испугался. Вон как защищает. О, молодец. О, друзья, с гнездом все в порядке. Я так думаю, коты не достанут туда никак. То есть оно на месте. Есть там живность или нет, не знаю, проверять не буду. Потому что бывают моменты, трогаешь, птицы слышат запах другой и бросают гнезда. Поэтому не буду. А вот эта птичка, что мы спасли, обалдеть. Тогда-то она пришла во двор и стояла на бетоне. Или помощи ждала. Повезло, что не было котов. В общем, вот так. Всем хорошего дня.